Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Нина, и сегодня мы с вами поговорим о внутримышечных инъекциях. Медмагазин.ру. Полезные и нужные товары. Но не пугайтесь, я вас не буду сегодня учить делать уколы внутримышечные, какие бы другие. Это тема отдельного разговора, там много нюансов, начиная от правил асептики, антисептики, выбора места инъекции. Это вы изучите самостоятельно, обязательно перед тем, как приступать к инъекциям. Сегодня мы поговорим именно о самой инъекции, когда вы прокалываете тело человека. Не секрет, что многие боятся именно вот этого ответственного момента, боятся сделать человеку больно или провести как-то инъекцию не так. Из-за этого у нас дрожат руки, и мы действительно что-то можем сделать неправильно. Как раз для этой категории людей был разработан вот такой полуавтоматический шприц-пистолет Калашникова. Устройство это механизированное, это инъектор, который, ну скажем, автоматически выполняет прокол при нажатии на спусковой курок. Сейчас я вам более подробно покажу, что он из себя представляет, и мы посмотрим его в действии. Сразу оговорюсь, что вот здесь, на обратной стороне упаковочки, указан номер сертификата соответствия и номер регистрационного удостоверения, который указывают производители вот этого устройства. Что же у нас внутри? Обязательно это инструкция, где все подробно указано, как делать и ухаживать за этим устройством, как с помощью него делать инъекции. Это вы обязательно изучите еще раз. И непосредственно сам шприц-пистолет. Он выглядит вот таким образом. Почему Калашников? Потому что его производитель тоже имеет фамилию Калашников. Но это не совсем не тот, который сконструировал автомат. Итак, как же это устройство действует? Давайте посмотрим. Во-первых, туда подходят только шприцы объемом 5 мл, или как еще называют, 5-граммовые шприцы. И только такие. Устройство только для внутримышечных инъекций. Допустим, мы уже все подготовили к инъекции. В шприце у нас лекарство. Все мы с вами выполнили грамотно, место инъекции определили. Берем наш шприц-пистолет, нажимаем на курок. Если так видно будет, да? Давайте вот так вот. Нажимаем на курок. И в этот момент отводим до упора и курок отпускаем. Это называется шприц-пистолет во взведенном состоянии. Берем наш шприц. И вставляем его в шприц-пистолет. Вот таким образом. Я сейчас вам покажу, как это должно выглядеть правильно. Вот если видите, две красные насечки, вот между ними должен располагаться корпус шприца. Вот так. И теперь, собственно, сама инъекция, да? Возьмем нашего воображаемого пациента, которого мы будем лечить, его мягкое место, поле деятельности. После всех обработок, все как положено мы сделали, мы подносим под углом 90 градусов к коже, к месту инъекции и резко нажимаем на курок. При этом игла входит на то расстояние, на ту глубину, которая положена, то есть здесь все продумано. И с той скоростью, с которой нужно. И мы медленно вводим лекарство. Почему медленно? Потому что если будем вводить быстро, будет больно именно из-за введения лекарства. Как только мы лекарство ввели, резко извлекаем. Все, наша инъекция, можно сказать, завершена. Пусть вас не пугает, что с такой скоростью и так резко шприц входит в тело. Как раз при таком режиме и как раз при таком режиме введения человек почувствует наименьшую боль, то есть сам прокол он не почувствует. То, что так глубоко, это тоже хорошо, то есть лекарство будет хорошо всасываться, чем глубже и чем резче мы делаем инъекцию, тем лучше для пациента. Рука здесь не дрогнет, все происходит быстро. Некоторые умудряются и сами себе делать инъекции таким устройством. Пожалуйста, попробуйте. Ну вот, похоже, наш пациент выздоровел, чувствует себя хорошо, и мы можем отпустить его домой. Вот такое устройство, еще раз покажу, шприц-пистолет Калашникова. Вы можете приобрести в наших салонных магазинах или заказать через интернет-магазин www.med-magazin.ru с доставкой по Москве и по России. Пожалуйста, не болейте. Удачи вам. Желаем, чтобы вам и вашим близким это устройство не понадобилось. Пока. Для заказа товаров в медмагазине.ру звоните из Москвы, код Москвы 495,
Телефон 221-53-00. Из регионов России на бесплатный номер 8 800 100 ровно 5310. Медмагазин.ру. Полезные и нужные товары.